Эти трогательные слова учащиеся Центра образования посвящают учителям, чтобы поддержать каждого из участников конкурса. А поддержка им и впрямь необходима. Каждый из них волнуется, словно ученик на экзамене. За плечами у Танзилы Джамбулатовой около 4 лет педагогического стажа. Она преподает в начальных классах. Танзила признается, что для нее это не просто работа, а смысл жизни. Педагог также считает, что они сегодня не соревнуются, а обогащают опыт друг друга. Это огромная мотивация двигаться вперед, совершенствоваться. Это задача каждого учителя. У меня своя методика, пока ее не хотелось бы раскрывать. Я обязательно покажу на методическом семинаре. А все мои коллеги, соперники, да, если можно так их назвать, очень сильные ребята, достойные победы. И я счастлива, что мне довелось именно с ними так сказать, выступать, потому что есть у кого поучиться и чему поучиться, что самое главное. Еще один участник конкурса – молодой и амбициозный учитель английского языка Хамзат Барзагов. Он отмечает, что для него самое главное – заинтересовать своих учеников, чтобы в последующем школьники с большим интересом посещали его уроки. И такой конкурс дает возможность рассказать всем присутствующим о методике его преподавания. Да и тема выступления у него называется «Мотивация». Очень чувствую большую ответственность вот за преподавание, за образование в своей родине. Я считаю, что это очень, имеет большую силу и влияние на весь народ в целом. И это замотивировало меня стать учителем, в том числе принять участие в конкурсе, потому что я, как бы, учитывая эту ответственность и важность, я стараюсь не упускать возможности, как бы, повлиять положительно на этот образовательный процесс. И конкурс – это одна из таких возможностей. В региональном этапе конкурса принимают участие 7 педагогов из различных районов республики. Каждый из них прошел отбор и был признан лучшим на муниципальном уровне. Теперь им предстоит бороться за звание одного из самых высококвалифицированных учителей Ингушетии, а потом и России. Сначала участники презентуют свои работы, рассказывая о себе и своем образовательном учреждении. Жюри конкурса по итогам выступления будут оценивать творчество и навыки конкурсантов. Ваше участие – это уже победа, потому что вы пришли сегодня сюда не победить, а показать свое мастерство, поделиться своим накопленным опытом. Те знания, методы, инноваторские решения, которые вы применяете в своей работе, они ложатся в основу развития системы образования в целом. Поэтому мы выражаем вам от лица Министерства образования благодарность за вашу работу, за труд, за смелость. Спасибо вам большое. Поздравляю вас, вы уже победители. Илес Беков в прошлом году стал учителем года Ингушетии. Несколько лет назад он изобрел солнечные часы. Учитель математики вместе со своими учениками разработал механизм, который работает в ритме солнца. Сегодня Илес – член жюри конкурса. Он надеется, что сможет увидеть в конкурсантах то, чего не смогут заметить другие. Мы должны стремиться к справедливости, судить объективно. Я постараюсь это сделать. Конечно, помимо тех критериев, которые будут написаны в этих бланках оценивания, да, у каждого жюри, мне кажется, есть еще свои какие-то критерии. То есть я не так проницателен, как опытные члены жюри, но я думаю, что смогу заметить ту изюминку, которая есть в каждом конкурсанте. И добавлю от себя нужный балл. И вот наступает самый волнительный момент для конкурсантов. Их всех приглашают на сцену, чтобы они рассказали о себе и своих планах на будущее. Сказать, что учитель года – это просто конкурс, значит ничего не сказать. Ведь для каждого, кто когда-либо участвовал в данном мероприятии, это нечто большее. Это судьбоносное событие в его жизни. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что ты преподаешь, и тех, кому преподаешь. Я сегодня очень счастлива, что выбрала все-таки эту профессию. И хочу пожелать конкурсантам «Учитель года 2019» удачи, позитива и эмоционального заряда. Поболеть сегодня за конкурсантов приехала группа поддержки. Болельщики уверены, что именно их участник непременно должен победить. Я вместе со всеми друзьями, своими вместе команды приехали для того, чтобы поддержать для учителя информатики, а также нашего непосредственного классного руководителя Эсмурзиева Тимура Медина. Мы считаем, что это самый достойный представитель от нашей школы и то, что она достойна участвовать в этой номинации. Хамзат Умарович – это учитель
с признанием, я смогу сказать уверенно. Потому что когда он дает уроки, мы забываемся, как звонит звонок с урока, забываем обо всем. Он вливается вместе с детьми в эту атмосферу. Сегодня конкурсанты участвуют только в первом туре. Впереди их ждут еще два. Участник, набравший наибольшее количество баллов на трех очных турах, будет объявлен победителем конкурса. Светлана Томова, Магомед Доскиев. Новости 24.